Kind, Glöckchen, Kind. Lass mich ein, ihr Kinder. Ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen. Lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bringt euch viele Gaben, sollt euch dran erlaben. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Hell erglühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Wilden wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen. Сегодня хороший день, всех поздравляю. Во-первых, я хочу поздравить с Днем Святого Николая. Пожелать ему удачи, счастья, здоровья. И сегодня по инициативе немецкого общества, по инициативе почетного консула, мы провели совместно, проводим совместно ярмарку, на которой установили рекорд Украины и был сделан самый большой штоль. Это очень вкусно, правда калорийно, но очень вкусно. Традиционный такой пряник немецкий, известный во всем мире. Так вот сегодня как раз самый большой пряник в Украине был сделан, мы презентовали, зафиксирован рекорд, нам вручили соответствующий диплом. Это очень приятно, потому что в нашем... Почему это приятно? Казалось бы, в той кутерьме проблем, событий политических, экономических, но хоть что-то должно радовать людей наших, хоть чем-то мы должны радовать друг друга, особенно в канун Рождества, католического, православного, в день канун Нового года. Ну и в конце концов праздник, День Святого Николая. Поэтому я благодарен всем организаторам за такое красивое, яркое, доброе мероприятие.